Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня расскажу о том, как я провела 9 мая в Санкт-Петербурге. В принципе, в центр города на парад я не поехала, там вряд ли можно было что-либо увидеть. И просто мы с подругой решили прогуляться по нашему району. У нее во дворе установили вот такие вот красивые стенды с героями, погибшими в Великой Отечественной войне. В принципе, это каждый год у них происходит. И потом мы пошли в ее ближайший парк, который называется Парк Боевого Братства. Там мы, в принципе, часто гуляли, но я никогда не обращала внимания на памятники. А в этот раз, так как День Победы, так как это военный такой праздник, хотелось рассмотреть, кому же там поставлены памятники. Этот парк изначально назывался Парк воинской славы, а потом, так как его решили посвятить памяти воинам-интернационалистам, отдавшими свою жизнь при исполнении служебного долга в Афганистане и воинам, павшим во время Второй Чеченской войны, его решили переименовать в Парк Боевого Братства. Итак, белоснежный памятник с парашютом посвящен подвигу десантников 6-й роты ВДВ, которая приняла неравный бой с 20-кратно превышающими ее по численности отрядами боевиков в Аргунском ущелье в 2000 году. Из 90 бойцов сводной роты погибли 84 десантника, 15 из которых были жителями Санкт-Петербурга. И их имена навечно запечатлены под надписью «Никто, кроме нас». Также рядом с памятником находятся бюсты в память о погибших петербуржцах, служивших в 6-й роте Псковской дивизии ВДВ и ценой своей жизни преградившим путь террористам. Второй монумент посвящен 25-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. За 10 лет военного конфликта на территории Исламской Республики, в котором наши войска поддерживали правительственные войска Демократической Республики Афганистан, против вооруженных формирований афганских маджахедов погибло около 15 тысяч советских солдат и офицеров. Инициатором установки памятника выступил Высоцкий, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». И, монтируя ролик на свой канал о Петербурге под названием «Петерленд», я нашла очень классную песню как раз про два эти военные конфликта, про Афганистан и Чечню, с которой мы сражались, а теперь дружим. И слова, и музыка очень удачно сочетаются с кадрами. Каким у меня получился клип на эту песню, я вам прикреплю ссылочку вверху. Вы можете пройти на канал «Петерленд» и посмотреть там. Очень классная песня и очень классно сочетается с кадрами, которые я сняла в парке Боевого Братства. Ну а в завершение праздника, как всегда, со своего балкона я смотрела и снимала салют в честь 78-й годовщины Дня Победы. И вот небольшой фрагмент показываю вам. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!